Марийская полиция предупреждает всех пожилых людей Йошкар-Олы. В городе появились мужчины-мошенники. Жертвой преступников стала 80-летняя пенсионерка, лишившаяся более миллиона рублей. По данным пресс-службы МВД по Марий Элу, обман происходил по традиционной схеме. Злоумышленники воспользовались доверчивостью пожилой женщины, обратились к ней за помощью в сборе денег на медицинскую операцию якобы тяжело больного родственника. При этом обещали вернуть заемные средства с большими процентами уже на следующий день. После того, как женщина, сняв с пластиковой карты необходимую сумму, передала ее мошенникам, они тут же скрылись в неизвестном направлении. О том, что ее обманули, пенсионерка поняла спустя сутки. Тогда же она обратилась в правоохранительные органы. Сотрудники полиции неоднократно указывали на недопустимость передачи имеющихся денежных средств незнакомым лицам, а также разглашение персональных данных, в том числе сведений о банковском счете, фамилия, имя держателя, номер, дата действия, код безопасности, расположенный на обратной стороне карты. В целях недопущения подобных фактов в дальнейшем полицейские убедительно просят родственников пожилых граждан в очередной раз напомнить о мерах безопасности по сохранности имущества. Отмечу, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ведется поиск злоумышленников. Во избежание в дальнейшем подобных случаев обмана МВД обращается к детям пожилых людей. Убедите своих родителей быть внимательнее. А в сомнительных случаях обращаться по телефону 02 020 с мобильного или 68 00 00.